Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-героя. Так, ежедневки у нас там вообще, по-моему, выиграть многопользовательскую игру. Но мне интересно больше вот эти, ребят, задания. Давайте дальше выполнять. Узнайте, что же... Так, выиграйте 3 многопользовательских игры именно Нептусью. Че, ребят, будем пытаться Нептусью выиграть многопользовательские игры? Сложно, но мне интересно, ребят. Я хочу попытаться. Так, мы с тобой играем против Бонг Чой. Вот это уберем пока, и вот это. Вирус? Ну, вирус это неплохо. Вирус это нормально. Ну, давай так сделаем. Посмотрим. Угу. У нас есть заморозка, друзья. Если он сейчас кого-то сюда поставит, мы можем заморозить, в принципе. Или сдуть. Давай сдуем. Так, дальше что? Дальше делаем вот так вот. Бесенок. Выпадает нам бесенок. Так. Ну, я, наверное, пока не буду все-таки, ребят, этого делать. Так, 2 единицы, да, нам нужно будет... 2 единицы нам нужно будет оставить. Давай я пропущу ход. И тут он заволновался, да? Так... И вот так. Так, ребят, ну что, в первую очередь вот этого перемещаем сюда. А, теперь делаем вот так. И вот так. Плюс вот так сделаем еще. Поехали. Ну, допустим. А дальше что нам сделать? А дальше мы делаем вот так. Ну, давай. И вот так. Посмотрим. Блин, знаешь, что фигово, что мы ему сейчас в блок ударим. Вот это вот, конечно, некрасиво будет. Ладно, у нас есть могильщик, если что, мы потом их всех спрячем, надеюсь. У него неуязвимка. У него здесь неуязвимость, ну что мы сделаем? Можно сделать вот так. И посмотреть, кто здесь будет. Интересно. Блин, ландшафт бы этот, конечно, сменить. Но у меня, видишь, нет возможности.
то можно было бы вот этого зомби поставить и пустить это все через вирус. Но опять же, это хламон. Угу. Вот, что он делает? Так, 5 в лицо, да, получается? О, даже не 5 в лицо, ребят. 3 мы сейчас в лицо ему прописываем. И этого уничтожаем. Ну, он, правда, нас уничтожил. Давай так сделаем. Неуязвимость ставит. Так, ну что, друзья мои, у нас есть несколько вариантов. Заморозить. Либо пустить это через вирус все. Я, наверное, все-таки пущу это все через вирус. Хотя зря. Погнали. Пять в лицо нам обеспечено. Такс. Давай сделаем так. И вот так. Огурец. Угу. Поехали. Так, ну это понятно, сейчас бомбанет. Этому ничего не досталось. Так, друзья мои. Давай так попробуем. Hello, hello. Так, он, наверное, думает, что он здесь до бесконечности будет в бессмертии, да, находиться? Он сдался. Я хотел сюда. Ну ты понял, что я хотел сделать. И все, он сдулся, короче. Так, это первая была игра. А, мы еще и здесь выиграли. Ну что, пойдем за второй. Пока нет, то есть. Ну, пока получается, ребят. Пока. Один бой выиграть всего лишь. Пока получается. Магический напиток помогает. Но он сейчас, ребята, кончится скоро. Ой, колпак. А у меня здесь нет, ребята, ни кровожадности. Ладно, поехали. Но стоит ли мне ее ставить? Я думаю, что стоит. Поэтому ставлю. Будет он вызывать этого дрестуна своего или нет? Никого он не стал выставлять. По уму-то надо было мне вот сюда ее ставить. Это по уму, ребят. Это что за новости такие? Давай вот так вот сделаем. Поехали. У нас есть камень. Есть камень. Я пока пропущу ход. Странно как-то.
Странно, интересно, ребята. Ну что, два гриба ставь, что ты там? Что ты хочешь там сделать? Два гриба у тебя. Клан ананаса, на клан ананасов, ребята, он что-то не тянет. Давай так сделаю. Фиг с тобой. Че он там... Че он там хочет? Че он добивается, ребят? Ну, грибы, я понял. Рано или поздно это должно было случиться. Один гриб он поставил. Теперь он очень доволен. Давай вот так вот поставим. Вот этот парень хорош. Началось, ребята. Так, не забывай, что мы можем вот это вот поставить. Так он, наверное, так и хочет сделать, ребята. Он хочет на клан ананаса. Нет. Нет, ребята, это не клан ананаса далеко. Но этого можно уничтожить. Подожди, у меня две энергии всего лишь. Давай я поставлю защиту сюда. На следующем ходу, ребята, им крышка будет. Причем всем. Смотри, что я сейчас хочу сделать. Прекрасно, да? Конечно, прекрасно. Прекраснее даже быть не может. То есть это выручайка была. Просто-напросто выручайка. Самая настоящая. Ну, молодец, молодец. Ну, кого ты? Давай, давай вот этого. Отрикошеть вот этого, пожалуйста. Блин. Ну что, 4 в лицо. Блин, гриб. Выставить сейчас грибок. Друзья, у нас есть вот такая вот мумия. С которой он просто заколебается тут выигрывать. А ландшафтик мы ему подровняем. Ну все, доволен? Эх, друзья, что мы будем делать? Будем делать мы вот так вот. Ладно. Пока хапает. Теперь смотри, что мы сейчас делаем. Он достал уже, а? Ну все. Я так понял, все, да? Теперь сделаем так.
что он может сделать? Две единицы урона. Сюда. До свидания. Почти, почти, ребята, у него план получился, почти. Но чуть-чуть недоработанный. Был бы у него два микса или больше, фруктовых я имею в виду, и он бы не бы уничтожил мумию, тогда базара нет. Тогда бы он меня расфигачил по полной программе. А так как у меня была мумия... Ну, что сказать. Пока у меня была мумия, мы жили, не тужили. Вот это плохой парень. Это, друзья мои, капитан Огонек, собственно, персоны. Что он сейчас тут будет делать? Абсолютно никому не известно. Знаю только, что я смогу его спрятать в надгробии, куда бы он сейчас не поставил кого-нибудь. Но он никого не стал ставить, он так решил бомбануть. Наверное, или стоит все-таки. Давай поставим. Я вот так хочу сделать. Ну что, мы ему бомбим в блок, друзья мои. Паршивый огурец. Паршивый огурец. А по-другому не назвать, друзья мои. По-другому и не назвать. Бонусную атаку сделает, нет? А, он так вот заменяет. Прячем тогда. Погнали. Там у нас спортсмен, да? А чё я парюсь-то? Ой, блин, ой, тупанул, ребята, там же две энергии нужно, две энергии. Пипец, я даже не смог этого выставить, ё-моё. Вот как ты, да? Собачий пес. Давай-ка вот так вот встретимся. Да ты, блин, заколебал. Все. Погнали. В бронь. Нормально. Кого-нибудь сдуть надо. Кто это будет? Блин, ребята, ну нафига, он же сейчас прокачается, потом еще раз... Ай! Смотри, что творит, а? Ай, друзья, 6 единиц урона, да, ему надо в лицо сделать. Есть у него бомба или нету, сейчас проверим. У него 6 хп. У меня 6 урона, ребят. Сейчас посмотрим. Сейчас. Или бонусные атаки там будет клепать одну за другой. Ну, прокачки и тому подобное.
Или еще что-нибудь. Но даже если он здесь, предположим, стоит, у нас вот здесь вот есть великан, который может пробить ему лицо. Ему опять же сюда надо кого-то ставить. В общем, интересно сейчас будет. Но он может и вот здесь нанести урон, и кого-нибудь поставить сюда, ребята, и пробить лицо. Ну, тут вариантов много у него. Вот, видишь? Это один из вариантов, ребята. Еще есть у него бонусная атака? Или нету? Повезло здесь мне. Если бы еще хотя бы одна бонусная атака была бы... Ну, ты сам понимаешь, что бы было бы. Был бы Алис. Только не Гуд. Ну, Нептус, неужели мы за тебя отыграли, а? Целую партию. Помнишь, в прошлый раз нам легендарочка выпала? Давай попробуем, может быть, сейчас. Вдруг. Авось. Ой, ребят. Ой. Насмешили, блин, меня. Просто насмешили. Выдали одну редкую. Ладно, фиг с вами. Ну что, давай посмотрим теперь. За мех его спортивные... А, спортивные зомби рвутся в бой. Разыграть теннисиста чемпиона на дорожке... С растением 5 раз. На дорожке с растением. Вот, кстати, хорошие, ребята, колоды. Вытяните 6 дополнительных карт. Давай. Я бессмертие хочу глянуть, какая у нас колода. Подожди-ка, вытянуть. Блин, а у меня нету, ребята. У меня, знаешь, мне знаешь, что нужно? Подожди, а как это у смерти? Ну, горшок, если только, с помощью горшка. Горшка, блин. Либо с помощью горшка, либо... А, вытянуть. Вытянуть дополнительные карты. Слушай, ну так, это тогда вот кто нам поможет в этом деле. Вот этот парень. Вот этот парень. Какой-то парень. Какой-то парень, ребята, нам поможет. Какой-то. Давай попробуем. Блин, у меня, ребята, магический напиток закончился. Мне нужно бежать за магическим напитком. Пустая кружка. Все, видишь, нету. А против розы, этой кучи навоза, мы сейчас фейлимся. Я уже тебе показывал, что эта вонючая роза делает. Вы издеваетесь сейчас. Вот сейчас, в данный момент... 2 добора карт, ребята. 2 добора карт. Нам нужно вытащить, по-моему, 6. Фига ты, парень. Он уже сразу же начал, ребята. Сразу же с доборов. Нормально. Паренек начинает. Я пока никого не могу поставить. Давай ландшафт сюда влепим. Так, ну что, могилы есть у него, да? Могилы есть, это у него есть. Сейчас будет выкидывать мне могилы, наверное. Пока. Видишь, что он делает? Ой, как хорошо, ребят. Как ты удачно-то прям. Для меня это, ребята, прям как, я не знаю, бальзам. То есть мы сюда. И этого сейчас тоже хлама уничтожаем. Вот так вот. Прям красотища, а. Давай еще разок. Ну нафига ты хил ты сюда ставишь, парень?
Пропустим пока. Так, ну что, этого можно, в принципе, сдуть. Можно его сдуть, а можно и не сдуть. Можно поставить вот так. Хорош пока. Амфибию поставил. Давай кого-нибудь сдуем, в конце концов. Так, сдули этого, да? Ну, погнали. Как тут лучше сделать, а? Давай шмыгаля сделаем, фиг с ним. Достанет просто эта птичка на воде. У него помидорка. Да не уничтожишь ты зомби мне. Немножко покорябаешь только. А, я, кажется, понял. Понял, что он хочет сделать. Заморозить его или уничтожить? Что? Что он предпочитает? Он предпочитает заморозить. Ребята, значит, что у него нету превращалочки. А раз у него нету превращалочки, значит... Значит, что? Так, ну эти-то не превратятся же, по-моему, да? В плане всех, что ли, превратил? Блин, охламон-то несчастный. Давай сдувай там кого-нибудь, я не знаю, кого-нибудь сдуй. На этого гаденыша, да, сдул? Так, ребят, нам нужно... Блин, да нам дофига нужно урон нанести. На самом-то деле здесь. Так, сейчас будет превращать, да? Поехали. Так, кто у нас там что делает, ребят? Давай так сделаю. И пока хорош.
Угу, вылез. Испугался, восстанавливать здоровье побежал. Поехали. Так, мы этого ликвидируем. Так, еще одна бронь. Так, будем надеяться, ребята, что этого охламона у него больше нету. Превращалки, да, будет делать превращалки сейчас мне. А если у него еще есть будет такой, ребят, что тогда? Бомба или еще что-нибудь в этом роде. Так, превращать случайного. Так, ну мы получаем еще энергию, да? Так, начинается отхил. По-моему, нам, ребят, карантарики. Такое, блин, ощущение складывается, что все, ребят, не получилось. Ну, карты, главное, вытянуть надо было. Видишь, зомби-то хороши, ребята, гаргантюахи, но... Раз вытянули? Вытянули. Все, ребята. Так, дальше. Что там за задание? Уничтожьте 5 растений при помощи приемов. То есть... при помощи приемов. Ну, это получается... Что это получается? Ракеты, да? Такие приемы они ведут. Ракеты, челюсть... Или какие приемы? Или вот это вот приемы? Фиг его знает, друзья. Ну, давай попробуем. При помощи приемов. Поехали играть. Блин, ну мне понравилась вот эта вот игра, которая сейчас у нас была. Мне понравилось лично. Я, честно говоря, думал, что он будет немножко по-другому действовать. Более так агрессивно, но... Агрессивно. Видишь, если бы не его, на вот этот кабачок, который у него был. Ну, ты понял, про какой я кабачок говорю, да? Который всех превращает один-один. Тут бы немножко другой был бы разговор. Ну, нафига? Ну, давай хотя бы так оставим пока. Пока. Так, у нас есть летучка. Летучка. Куда я эту летучку воткну? На воду. Куда еще, ребят, ее можно воткнуть, блин? Так сделаем. Зомби-охотник. Терминатор, блин. Ну ладно, пускай будут летучки. Перемещаемся. Твое дело, парень. Я не возражаю против вот этих вот твоих. Как их даже назвать? Так, если мы поставим
А он, а что это они сразу три стали стоить энергии-то? А, друзья мои? Давай так поставлю, фиг с ним. Ты понял, что он тут приготовил для меня? Так, ну карту-то мы все равно вытянем. А его на следующем ходу разнесем в пух и прах. У меня даже есть план, как это сделать. Вот так. Угу. Хотя он может заморозить нас. О, смотри-ка, что он тут. Смотри, что учудивает парень. Так, кто? Главное, кто посмотреть вылупится здесь, ребят. Бонус на атаке. Он лишился, ребята, бонусной атаки. Я, наверное, пока воздержусь. Хотя, что мне воздерживаться-то? Так, поставим. Рикошет зомби. Но этому кранты я все равно его, ребята, сейчас уничтожу. Все? Ракетой, может быть, просто? Давай просто ракетой его бомбанем. Так, это в лицо? Нет, это не в лицо, ребят. Слушай, а у него, как думаешь, рикошет есть? Давай проверим. Смотри, что я тут наковырял. Так, нам нужно, блин, уничтожить зомби с помощью... Но это не жилец. Я не сомневаюсь, что у него есть бонусная атака, поэтому давай-ка, наверное, вот так поставим. Да хорош! Куда ты перемещаешься? Сюда? Ты посмотри, а! Ну ты видишь, да, что получится сейчас? Ох, сейчас 3-4-7. Ай, блин. Такой сразу, оба она думает, нафиг, нафиг, я не буду применять заклинание. Ай, блин. Я, говорит, не буду сейчас применять никакие заклинания. Ну и чего нам сделать, здесь делать? Так это понятно, ребят, что проиграл. Тут и дурачку ясно. Так, давай мы проверим сейчас, сколько я убил зомби с помощью, ну, вот этих вот. И считается ли это вообще? Да, ребята, с помощью приемов. Получается, мы уничтожили с тобой с помощью капельки. Слушай, может быть нам... Ладно, уже поздно. Может быть нам надо уменьшить количество гаргантюа, которое у нас с тобой имеется. Потому что, во-первых, они очень дорого стоят, это раз. И, во-вторых, я их не успеваю реализовать. То есть они как бы уже ближе к концу игры, когда у меня практически нет хп.
Хилок у меня нету. Ну, в общем, ты сам понимаешь, да? О чем тут речь идет. Поэтому, как бы... Не знаю. Так, ну тут орехи, это понятно все. Орехи, все дела. Блин, сумоист этот плешивый. Пускай там стоит. Пускай он там стоит, этот сумоист. Он, наверное, думает, что у меня спортивная колода. Этот единственное, что не пробивает. Так, давай вытягиваю карту. Давай так поставим. Так, наверное, лучше влепить. Так. Так, ну здесь мы навряд ли выживем, да, получается? Давай заклинание возьмем. Поехали. Да не, нет возможности у меня пока здесь ничего поставить. Орех этот можно, да, уничтожить. Нам нужен будет вот этот парень. Здесь вот заберем. Так, здесь. Подожди, как тут лучше, наверное, вот так вот сделать? И что, что нам сделать можно? Ну, вот так, допустим, сделаем. Хорош, поехали. На! Друзья, как думаешь, у него бомба есть? Самое время проверить. Нам надо 4 в лицо, да, нанести. То есть это 2 удара по ореху. Ты понимаешь, да?
ребята, еще не легче. Еще не легче, ребята. Да. Ты прикинь, сейчас наполучаем урона сколько? Ой, ребят, а вы... А вы говорите, почему ты не играешь за Бастизилу? Вот, не умею, ребят. Но есть... Есть у меня... Так, выполнили. Выполнили мы. Есть у меня одно подозрение. Так, создайте зомби-джентльмена. Что слишком дохрена я взял зомбарей. Так, зомби-джентльмена. Давай посмотрим. Это, я так понимаю, вот этот, наверное, в шляпе, скорее всего, да? Мне кажется, что это именно он. Зомби-джентльмена? А, вот же он, ё-моё. Есть, выполнили задание. Так, что там, я не успел прочитать, ребят. Я не успел прочитать следующее задание, ребят. Сейчас глянем. Где ты? Потратить 25 мозгов на приемы? Я офигею, ребят, какие-то задания. 25 мозгов на приемы, 25 там... Ой, подожди, нет, я не это хотел. Так, подожди. Я хотел кое-что поменять. Я хотел, друзья, кое-что поменять. Во-первых, ну, мне так кажется, вот это вот не нужно. Этих слишком дофига. Слишком много. На доборах карт это все, конечно, понятно, но... Так же, как и два хила. Хотя они могут когда-нибудь там и пригодиться. Так, одного удаляем. Здесь тоже удаляем. Эти, чтобы вдвоем выпали, что-то я такого не припоминаю, друзья. Так, и допустим, 25 этих потратить на приемы. 25. Ну, давай возьмем вот этого Шитика. Возьмем вот так вот, вот этот ландшафт. И сколько у меня барышин вот этих вот? Две. Можно взять вампира, наверное. Или как? Попробуем, ребят, попробуем, попробуем. Не корову уже проигрываем, в конце концов. Ну да, скатился я. Дофига боев проиграл, ребят. Ну, сказывается ночь, во-первых, то, что ночью дринкаю. Во-вторых, магический напиток закончился, это два. А в-третьих, мне жарко, я не могу, ребята, мне душно. Не знаю, видно по лицу или нет, оно просто уже мокрое, вспотевшее. Так, кто там у нас? Блин, бомчой. Не очень радостный парнишка, если честно. Совсем не радостный. Спрашивается, нафига ты взял его, Рэй? Ладно, пускай будет. Так, ореховое чмо. Ореховое чмо, ребята, здесь у нас будет. Проверка на вшивость. Но он уже понял, кто-то может быть. Он уже, ребят, прекрасно понял. Я пока пропущу. Э,
Ну, во-первых, вот этого уничтожаем, это раз. Во-вторых, сделаем вот так вот. Кактус можно в любой момент, ребята, уничтожить. Тут ничего страшного нету. Пропустим ход. Начинается, короче. Начинается, друзья мои, вот эти вот выкрутасы, блин. Пират Карибского моря. Ты смотри. Ты смотри, все-то у него есть, у этого засранца. Мне вот это не нравится, ребят. Давай так проверим. Хе-хе-хе. Ой, он же делает выстрел. Вау! Ты че си... Нифига себе, блин! Я только хотел, думал, бомбочку. Поставил бомбочку, ребят. В хлам разносит. Просто в хлам. Какой-то кореец 37 ранга. Просто в хламину. Так, потратить. Ладно. Я не успокоюсь, ребят. Может быть, оно так и к лучшему. Может, научимся играть, в конце концов, этой бессмертией. Но я сегодня не буду, ребят, наверное, 25 энергии тратить. Ну, как бы... Это слишком долго. Еще партийку, ну, максимум. Блин, вот этот ханыга, нафиг не нужен мне здесь. Еще партийку, ну, максимум 2. Все, ребят, и надо будет уже на боковую, потому что... времени уже, 5-й час. Я знаю, что там у него может быть. Кто там тратит энергию, что хочет там делать, я не знаю. Сейчас солнечный удар или что-нибудь в этом роде будет. Но мы сравняемся с ним по энергии, получается. Перекрыл мышек летучих, типа. Сейчас бы, как говорится, и лупануть, да, бы ему. Да не получится. Так, ну ландшафт надо будет менять. Это однозначно, друзья. Ну все, ты доволен? Такс. Давай сюда поставим. Ну, клананаса он может поставить. Может быть, ребят. Но это не точно. Одного-то мы из них уничтожим. Через двойную атаку. Может быть, даже здесь. Хотя, если он поставит клананаса, и начнут в клананасов превращаться, еще дадут ему два гриба, да, по идее? Сейчас проверим. Ну да, дают ему еще два грибочка. Все?
Так, 6-7-7 в лицо. Тут, надеюсь, на блок. Как тут лучше сделать-то, а? Так, наверное. Угу. Какого ты черта делаешь, утырок?